Боже, прости. А начну я одна. Со старыми песнями. Сюда, потому что мы первый раз здесь, и хорошо вас видеть. Да. Что?
Песня «Солнышко». Да, да. Все, успокойтесь с этим звуком, потому что это бесконечно. Ну, вам как? Ничего, нормально все? Здорово! Спасибо. Хорошо, что люди хорошие. Спасибо. Ури, долго не убался нам тогда. Я сошли бог, что стоит. Песня новая, по словам поэта Уильяма Блейка. Thank you.
просыпался на подъезде. Песня на литовском, мы из Литвы вообще, если кто не знает. И называется она в переводе «Земля, вертись быстрей». Сергеевича Пушкина. Что ж тут thank you.
Спасибо. Thank you.
голоса меняет тембр. Почему? Дома кляпа на голову. Ну, в общем, не вышла песня. Все здорово! Песня «Неспокойной девочки». Выйду к ней,
значит, призраки. Thank you.
Danke. Spectre last day, running around, screaming about, I missed you all, but you. Называется «Америка». Вообще, она про любовь, которой нет. Песня. Спасибо большое. Если в следующий раз поменяется тембр, пожалуйста, его не
трогайте, пусть будет как суждено, так оно должно быть. Наверное. А вам как? Ну не скучно, все нормально? Thank you.
Thank you.
Ну, с кем это можно? Несмотря на первое. Да ладно, уж знаю, кто это кричит, уж там кто-то из бизнеса. Алина, я люблю тебя! Люби меня, люби! Она думает, что... Люби меня! Ну не, мы сейчас еще с ребятами сыграем песню, тоже неплохую, может быть. Но на литовском, увы. Ну это может там, я все надеюсь, что эмоция может что-то передать там. Что? Подъемушка, я люблю, спасибо, ты спустя, ты в школе все равно. Ты все не меня напою, ты меня на мою школу, очень давно не играла эту песню.
простые аккорды, как и все красивые песни, очень простые. Ну вот, поскольку, да, напомнили эту песню, которая вообще хорошая. И меня да! Спасибо.